Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 12 и 13 мая в Анапе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов, ночью прохладнее, 12 выше 0. Ветер северный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов.